Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим средство антидождь от компании Chiron емкостью 500 мл. Данное средство поставляется в триггере. Средство максимально эффективно использовать на автомобиле, если вы двигаетесь со скоростью более 40-50 км в час. При нанесении данного средства на лобовое стекло или на боковые стекла автомобиля образуется гидрофобная пленка, которая помогает быстро удалять капли воды с лобового стекла. Если скорость больше 40-50 км, эффект максимально заметен. То есть, если вы ездите вне города, по трассам данное средство и такого же типа другие средства будут максимально эффективны. Как правильно наносить данное средство и какой максимальный эффект можно от него добиться, мы покажем далее.